Трагедия в Башкирии. В результате пожара в частном доме погибли 9 человек, в том числе 5 детей. Еще 3 взрослых пострадали и доставлены в больницу. Произошло все в селе Угузево Бирского района. Сообщение о пожаре поступило в 00:30 ночи. Огонь тушили пожарные, но всех людей спасти не удалось. В МЧС по Башкирии сообщили, что возгорание произошло в жилом бревенчатом доме размером 7×8 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Представители следствия комитета выехали на место происшествия.